рамках занятия предусмотрено показное учение по эвакуации пострадавшего. Один ребенок, по легенде, будет спрятан в одной из комнат. Отрабатываем сегодня действия по сильному задымлению в условиях позднего срабатывания сигнализации. С ними там ничего не произойдет? Дым театральный, безопасный. Его будут через дым выводить уже непосредственно в маску. То есть он даже не заметит этого дыма.